Привет. Небольшое руководство по тому, как работать с транскрипцией аудиофайлов, то бишь у вас MP3, WAV формат, либо другой аудиоформат. Можно, конечно, обратиться к open source решениям, но в принципе есть уже платформы облачные, где это все можно делать. Я хочу показать на примере Amazon Transcribe сервиса. У Amazon он такой сервис есть. Он работает с множеством аудиофайлов и довольно неплохо делает транскрипцию на множество языков, тем самым убирая шум, делая метки на разные голоса всех людей, которые были замечены при распознавании голоса. И в целом, как это работает. Так, нам потребуется файлик. У меня уже есть заготовленный файл. Machine learning is employed in a range of computing tasks where designing. Так, есть какой-то файлик. Мы его сейчас зальем. Нам потребуется корзина. Так как Amazon Transcribe работает не со всеми регионами, я рекомендую сразу выбрать Вирджинию. Там еще есть кое-какие другие регионы, но в целом Amazon Transcribe работает. О, кстати, они сейчас уже даже подсвечиваются. Зайдете в Amazon Transcribe по Вирджинии, и в принципе в целом вы увидите те регионы, где работает. Так, я остался на Вирджинии, и в этом же регионе создаем бакет, то есть нашу корзину. Я уже создавал по Вирджинии, у меня несколько корзин есть. Давайте Voyager.conf. Вот сюда зальем наш файлик. Заливаем сюда файлик. Все довольно просто. Аплодится. Что потребуется после заливки? Вам потребуется уникальный адрес HTTPS или S3. Но, насколько я помню, там, по-моему, подтянуть можно в Amazon Transcribe. Сейчас проверим. Мы вкладку это оставим. Переходим в Transcribe Job. Как найти этот сервис? Заходите в общие сервисы и пишите Transcribe. Amazon Transcribe, можете отметить его себе сюда на быструю панель фавориты. Далее создаем job, вот здесь transcription jobs, и сюда пишем далее Specific language. Да, давайте оставим specific language. US у нас выбрано английский. Можно сюда вставить путь, а можно, в принципе, прям появилась здесь кнопочка. Сейчас покажут все корзины. Выбираем нашу корзину. Далее выбираем файлики или тот файл, который вы хотите здесь транскрипцию сделать. Насколько я вижу, ну, у меня один файлик, я не могу показать по примеру, один джоб на несколько файлов. Скорее всего, нужно несколько джобов создавать или скрипт писать. Далее выбираем. Так, субтайтла нам здесь ничего не нужно. Идем далее. Так, мультиканалы, разделение. Так, пока оставим все по умолчанию. Создаем джоб. Прогресс. Ну, в принципе, эта штука довольно быстро работает. Сейчас, я думаю, сразу же получим прогресс. Результат. Статус пока прогресс. Есть complete. Окей, переходим в наш Jobs и видим наш текст превью транскрипции. Можно его скачать, JSON, какой угодно. Ну и, соответственно, при создании Jobs, то, что мы игнорировали, можно было куда-то этот текст сразу же отправить в какой-то второй, третий или внешнее облако сервис внутри, либо внешний сервис. Ну, соответственно, и в ту же корзину, в которую мы положили, мы также можем этот файлик отправлять, когда мы его записываем.
Вот, таким образом можно очень быстро распознать текст. Да, давайте, кстати, проверим его. Machine learning is employed in a range of computing tasks where designing and programming explicit algorithms with good performance is difficult or infeasible. Example applications include email filtering, detection of network intruders, and computer vision. Machine learning is closely related to computational statistics, which also focuses on predictions making through the use of computer. It has strong ties to mathematical optimization, which delivers methods, theory, and application domains to the field. Ну, как-то так. Всем спасибо. Используйте облачные технологии. Подписывайтесь. Всем пока.